біженців в Україні є не так багато. Якщо ми говоримо про загальну цифру, то ми розраховуємо, що в Україні проживає близько 6-7 тисяч біженців та осіб, які проживають в процедурі отримання статусу біженця. Государственной системой предусмотрена якобы возможность размещения в пунктах временного проживания. Таких пунктов на сегодняшний день 2. Количество мест очень ограничено. ПТРБ складається з двох частин. Тобто четвертий корпус тут у Мукачеві і три корпуса знаходяться у Перечині. Тут всі кімнати зайняті в цьому блоці. Тут Адянка ж є. Її. Ну йди показуй кімнату свою. How many people sleep here? Only now for me I sleep here. But it's bad here also. Ну, это моя комната. Мы тут живем уже в этой комнате живем больше года. Я в Украине уже 4 года. 4 года в Украине. И до сих пор ваша судьба дальнейшая не решена? Нет. Мне дали статус, дополнительный захист, додатковый захист. Этот документ еще в Украине не все, не везде знают. Может, там в Киеве знают, да, но тут никто не знает. Статус беженца в Украине дают не всем. Я не попал под ту категорию, хотя проблемы мои довольно высокие. У меня дополнительная защита, документ, который, по словам, он имеет большие как бы достижения, но на деле никаких практически абсолютно. Дирекция здесь тоже свои правила как бы поставила. В любую секунду, в любой момент может зайти в комнату, в любой момент все прерыть, все как бы посмотреть, что есть, что нету. Мы в их руках, можно так сказать, понимаете? Чтобы в 11 часов уже был отбой, и все были на месте. Если я ухожу отсюда, я должен написать заявление. Я такой-такой-то, въезжаю в какой город, данные свои, номер свой должен оставить, чтобы про меня знали. Даже родные люди не могут приехать. Могут зайти на 2 часа, на 3 часа. Мы пишем заявление, берем разрешение, и после этого тоже, понимаете, после этого тоже иногда мы должны умолять их. Мы же не в заложниках ни у кого, понимаете? Мы нормальные люди. Этот пункт считается открытым. Так пусть откройте двери. Тяжело здесь, конечно, долгое время проживать в одном и том же месте, в одной комнате. Это очень тяжело. Бывают такие даже дни, что такая депрессия, что уже не знаешь, что делать. Аж хочется выйти и не вернуться сюда. Ну, сама же знаешь, что ты никуда не пойдешь и на улице не останешься. Ну, да, тяжеловато, но мы как-то должны как-то жить так. Девушкам, мне кажется, на территории Украины немного тяжелее, чем холостым парням. Потому что здесь очень тяжело найти работу, тебя никто не берет. Есть такие даже, которые посмотрят на тебя и говорят, о боже, кошмар, нет, сразу. Вот так. Есть достаточно большая сложность с трудоустройством искателей убежища. Несмотря на то, что они находятся вроде как легально на территории Украины, то есть документы, подтверждающие, что они в процедуре, да, обратились за помощью, за защитой к Украине. Но для того, чтобы трудоустроиться, им необходимо получить разрешение. Багато з них, хто не може отримати дипломи, або не так, не те, що отримати дипломи, тому що свої дипломи, які не отримали в країні походження, сертифікувати і працювати тут за спеціальністю. У нас кілька історій, коли, наприклад, суддя з Афганістану не міг працюватися в Україні, працював на Тріщинському ринку, наприклад. Журналісти, які не можуть працювати по спеціальності. Лікарі, які не можуть працюватися так само тут. Люди зараз змушені вишити на якісь часові підробітки, наприклад, або шукати можливості власне самозайнятості. Якщо ми хочемо щось, ми маємо боротися, щоб отримати щось. Тому це дуже важко, знову зараз холод, ми не маємо шуз і не маємо курчика. We tell them, but they say they will write an application. Yeah. When they write an application, they will tell us everything. They tell us tomorrow, but nothing. Even for food, for product, we must also fighting. Ті люди, вони там не є беззахисними, абсолютно.
Тобто вони там є захищеними зі всіх боків. Да? Тобто держава їм надала захист, держава їм надала певні гарантії захисту. В прошлом году була така ситуація. Що спросиш? Денег нету. Продукти урезали наполовину. Сотрудники администрации, тебя за человека не считают. Да кто ты такой? Да прямо надо по лицу, по общению, этот, мимика их нет. Просто так, было неуважение. И мелочные, за мелочи мы должны были с ними ругаться, звонить в Киев, добиваться своего. И мы устали просто от этого. Собрались, митинговали, то есть все мы вышли на улицу тогда. Каждый писал то, что у него в душе. Петрович, we human, we refugees. Не было такого, чтобы они не были задоволены. То есть, эти акции протеста, которые были влаштовані минулого року, с чем они тогда повязаны, если не было такого, чтобы не было задоволено? Как вам сказать, акции протеста, то было совсем другое. То было совсем другое. Они на фоне того хотели, чтобы привернуть до себе увагу, чтобы их в Европу переселили. Ви ж знали. Все больше ничем не связано было. Була ситуація неприємна в Закарпатті, тоді дійсно ми отримали ряд скарг, якими ми працювали, звертатися ситуацію, яка була та. Кілька причин вказувалися, зокрема, проблеми з харчуванням, достатніх пайок, з умовами проживання, нехороші умови проживання, проблеми були з матрасами, з меблями, а також з отопленням. Дійсно, умови в центрах потребують покращення. На даному етапі центри функціонують за підтримки державної. Ситуація в країні є складною, відповідно, обмінна підтримка для центрів так само є обмеженою. Петрович, я більше не буду підходити вам і не буду просити нікого. Я сказав, що тепло буде. Які питання є? Буде холодно, куплю. Опять второй этот обогреватель. Деньги государства і душ. Я сказав, що буде тепло. Виходці оці із країни СНД, вони фактично, я би хіндив, ну, які вони біженці. Її сестра вчиться в Одесі. Мати її приїхала і просила, Хуршидон, ідеме додому, попросиш пробачення від них. Тобто я не знаю від кого, повернешся додому, будеш вдома. На жаль, в Україні не завжди люди, які працюють в центрах, отримують достатню підготовку. Тобто вони, ми працюємо, намагаємося їх консультувати, радити, але це потребує певного рівня також інвестицій з боку держави, а також факт того, що люди мають працювати там довгий час. На жаль, оскільки зарплати на таких посадах є мінімальними, вони часто змінюються. Відповідно, не завжди вони розуміють специфіку роботи, не завжди налаштовані на діалог та на підтримку цих категорій. Відповідно, вони не готові нівелювати, згладжувати ці конфлікти, які виникають в таких спільнотах. Іменно тут, в Мукачево, теж нас, біженців, то населення не повністю приймає. Відпочиваємо просто на вулиці, нікого не трогаємо. А мужчина проходит, говорит, банан хочешь? Мы не поняли. Сначала я подумала, а мужчина захотел дать нашим детям бананчика. Угоститься хотел. Мы так смотрю, там прислушиваюсь, что он говорит. Обезьяна, я тебе говорю. Ты же обезьяна, ты должен кушать банан. И бросил в лицо моей дочери. Я просто прямо это говорю, ни к кому в обиду. Люди вот были из Судана. Вот, выходили на улицу, русский язык абсолютно не знают, не владеют. Ну, никому не делали как бы проблем. Ни за что побили их. И назвали как бы нецензурными словами и обзывали их. Когда мы с своей стороны позвонили как бы милиции, с своей стороны, то помощи от них никакой. Очень часто мы сталкиваемся со стереотипами о том, что бегут в основном там воры и негодяи, хотя это прежде всего связано с необходимостью выживать на территории страны, в которой ты ничего не знаешь, ты не знаешь языка, ты не знаешь каких-то социальных норм, да, которые здесь устоялись. И, безусловно, именно с этим связано желание искателей покидать территорию Украины и использовать ее, возможно, как транзитную или буферную какую-то зону. Год назад я думала иначе. 2 года назад думала иначе. Я всегда говорила, что и в Украине кто может, кто хочет, тот может остаться, тот может заработать, тот может работать, жить здесь. Я всегда говорила так.
Но на данный момент, поверьте, есть некоторые обстоятельства, которые сильно поменяли мои планы, мое решение, мое мнение. Мы все люди одинаковые абсолютно. И все люди, мы боль чувствуем одинаково. Поэтому где бы ни была бы вина, все равно больно. Все равно гибнут люди и больно на это смотреть. Будем надеяться, что и вас, что и у нас закончится война. А здесь красиво, нельзя так делать, так? Ты тебя запишешь? А ты?